Такая десятка у меня сегодня. Второй день в воде, как сказал клиент. Ставлю у нас аппаратор, дисплейный модуль. Ну, что делать? Кидать в узлы? Ну, можно попробовать. Придется разбирать системку. Походу вода побывала и внутри. Давайте посмотрим. Давайте, наверное, сначала разберем ее, там будет видно. Разъемы камеры сгнили. Камеру придется либо менять, либо, если, конечно, системка заработает. Вот. Поставлю пока на сепаратор. Пусть высохнет. Да куда их все фурат? Да нам надо, где-то вы не знаете, как мы парим.
Да, пола воды внутри, вот если слышите. Шипит там. Так, что у меня садится батарея? Шестьдесят. Смотрите, что происходит. Видите, да, вода прямо там кипит. Как в кастрюле. 183 на плате. И не можем снять, потому что вода охлаждает. Видите, что происходит? Тут нет смысла копаться с ней. Модемная часть уже вся разъеденная. Здесь тоже. Такие дела, друзья. Отключаю аппарат. Ловить здесь нечего. Ремонт неудачный. Возвращаем системную плату, точнее телефон клиенту. К сожалению. Не буду я там ничего накатывать, нет смысла. Просто поставим сверху, сейчас она под воздействием температуры встанет на место. Соберу системку в телефон и верну клиенту.
Всем спасибо за внимание, друзья. Вот так вот мокнут десятки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии.